Всем привет, дорогие друзья! С вами Алексей, партнер компании Markets в городе Сочи, финансовый управляющий и просто хороший парень. Давайте сегодня поговорим о том, как прошла моя торговая неделя, как я вижу следующий и какие у нас есть возможные сделки. Вот. Не будем терять время. Итак, дорогие друзья, давайте приступим к нашему анализу. Я, как обычно, для вас уже подготовил графики, расчертил все, как я вижу данные позиции, которые у меня открыты, и вообще какое видение у меня здесь сейчас на рынке. Давайте коротко обо всем, потому что не буду терять ваше время и размусоливать это все, поэтому давайте кратко пробежимся по фактам, как я думаю и какие сделки у нас отработались и как они сейчас себя чувствуют на рынке. Ну, это исходя из прошлого видео. Вот, по графику золота, получается, смотрите, в прошлый раз мы, по моему анализу, как раз-таки то, что цена должна была дойти до наших уровней, вот, сходить вниз к цене 15.34.32, до нее она так и не дошла, но все-таки отбилась. Я в прошлый раз тогда открывал еще сделку, это получается, сегодня у нас 16-е, анализ я делал 9-го. Вот, значит, 10-го я тогда открывал, вот тут вот на этих шпильках была у меня открыта сделка, стоп-лосс, как обычно, ну, поставил за уровень, все, и сидел также ждал к своим целям, вот. Получается, просидел небольшую просадку, вот, сейчас сделка находится в нуле, все такие же у меня, все такой же, в принципе, анализ, как я и думал. Ну, то есть, мы дошли, не пробили, значит, идем все дальше, покорять наши уровни, которые я отмечал вот здесь. 15.83.79, это будет первая точка на выход, вот. Так что пока что сидим в этой сделке по золоту, то есть, купили и ждем. Не надо никак спекулировать там внутри дня, торговать, это вот самое оптимальное по мне. Следующее, доллар-рубль. По доллару-рублю мы, ну, вчера встретили такую интересную новость. Я, кстати, думал, то, что рынок на нее как-то посильнее, что ли, отреагирует, когда правительство предложило уйти в отставку. И думал, то, что вот сегодня в 10 часов с начала торгов на рубле по-любому будет какое-нибудь сильное движение. Но что-то этого не произошло. Поэтому все так же на больших графиках мы отмечали канал, внутри которого сейчас рубль двигается. Вот. Получается, мы прошли немного вниз, пробили уровень, вот, который я отмечал на Фибе, 161. Ну, если заходить сегодня внутри дня, ну, можно также до уровня просто досидеть, взять свои там 450 пунктов. Вот, и на этом как бы остановиться. Пока что, я все так же думаю, то, что у рубля есть еще хорошая возможность вырасти. Так что доллар-рубль я в основном рассматриваю на покупку. Все мои сделки будут здесь на покупку. Сейчас пока что здесь в терминале у меня ни одной сделки не открыто. Они на российском рынке. Вот. По евро-доллару. Евро-доллар также у нас находится в канале, внутри которого он как раз таки сейчас и ходит, точнее флага, вот. Мы ожидали то, что он спустится намного ниже, ну, к примеру, к этим уровням, 1.1065, и от него уже будет отбиваться и продолжать дальше следовать внутри канала. Но этого не произошло, вот, так что здесь тоже я в основном работаю только от лонга и только сделки долгие. Вот. Но если внутри дня спекулировать, тут как бы были возможности, где можно было зарабатывать, но это, ну, я не знаю, по мне, ну, мне просто неудобно торговать внутри дня на такой валюте, которая волатильная, слишком сильно волатильная и реагирует на каждое движение. Но сейчас пока рынок только стабилизируется после всех этих праздников, объемы только набираются, прошлые сделки были зафиксированы, рынок очень как бы тонкий, и
Поэтому, ну вот смотрите, что вот с 9 числа евро-доллар прошел только 57 пунктов. Ну, 570, если по пятому знаку. Так что это как бы, ну, маленькое движение, по мне, так. Он просто сейчас в боковике так идет, флетит потихонечку. Вот, особо никаких на него новостей не было, которые сильно могут его сдвинуть. Так что, по моим прогнозам, он все так же должен отбиться от уровня, а потом уже от него заходить в сделку надо. На покупку и сидеть уже, ждать нормальный профит. Вот. И переходим к самому интересному, это нефть. Вот. Нефть меня и радует, и пугает одновременно. Вот. Прошлая сделка, которая у меня была открыта, я ее открывал еще, когда записывал первое видео, меня здесь по стопу вышибло. Я думал то, что вот отсюда уже все, начнется у нас движение там на покупку, но все же этого так и не случилось. Вот. Но в принципе по нефти. Вот. Мы как отмечали канал, внутри которого он ходит. Вот. Так и его, в принципе, придерживаемся. Сейчас я другой график открою. Это у меня XTIC, аналитическая платформа. Вот, посмотрим в квике. Вот, в квике я как отмечал то, что внутри какого канала мы ходим и как мы внутри него движемся. Как бы внутри него только пока что и торгую. Но у нас как была сделка размечена на то, что нефть будет расти. Потому что большие объемы были закрыты. Ну, то есть крупные игроки, получается, вышли из рынка. И сейчас рынок достаточно пустой. Новых заявок нету. И сейчас, получается, просто в основном трейдеры двигают рынок. Так сказать, маркетосы не заходили. Вот, так что какая была у нас отметка? Вот, 60, 65 это получается первая цель. 65-70. Ну и в дальнейшем мы, как ожидали, на 66 цену, так и ждем. И от нее уже будем смотреть вообще, куда, в принципе, двинет рынок. Но в основном мои сделки нацелены на то, что нефть будет расти, потому что рынок пустой, большие игроки вышли. Сейчас частные инвестора, частные трейдеры, получается, набирают в основном заявки на лонг, на шорт, они пытаются рынок все-таки немного уронить. Но вот эта вся конфликтная ситуация на Ближнем Востоке, она как раз-таки дает понять, что скоро будет большой лонг. Надо его дождаться, поэтому надо потихонечку набирать позиции. Вот. И сейчас нам пока что это рынок дает. Когда он ходит внутри такого канала, его более-менее легко контролировать. Вот. Ну и давайте посмотрим сейчас кластерный график, который у нас в XTIC открыт. Ну, я на него смотрю, когда торгую внутри дня, фьючерс гоняю. Или также смотрю здесь, анализирую и захожу уже в сделки по нефти, если я хочу внутри дня там, вот, к примеру, на маркете поторговать. Вот. Здесь я, получается, на XTIC вижу открытые позиции, которые уже были исполнены по рынку. Вот стакан у нас как бы перекупка, перепроданность. Вот мы все это видим. Так, хотя ладно, сейчас пока что не до этого. В следующий раз вам расскажу, как раз-таки пользоваться вот кластерным графиком. Подробнее об этом уже поговорим, как можно на этом заработать и вообще для чего он нужен. Вообще, в принципе, как бы просто охота узнать ваш отклик, будет ли вам интересно более-менее, чтобы я там рассказал про аналитическую платформу, как я анализирую и как можно внутри дня при помощи нее
хорошо торговать и четко входить в сделки, где у вас будет там стоп-лосс буквально от 5 до 8 пунктов, пипсов. Вот. А на сегодня у меня все. Сегодня будет такой небольшой, краткий обзор, потому что, блин, ребята, я очень тороплюсь. Вот. Хотел сделать более развернутое видео, но сегодня не получилось. Давайте уже во вторник я подготовлю для вас. Все будет интересно. Так что жду от вас обратной связи. Пишите в комментарии, я все читаю. Если будут какие-то вопросы, обязательно на них отвечу. А на сегодня у меня все. С вами был Алексей. Хорошего вам торгового дня. И чтобы эта неделя у вас закончилась только в профитах. Так что всем пока.